Всем привет! Сегодня 1 октября. Это виноград. Сейчас буду производить обрезку и заготовлю еще такие палочки сантиметров 40-80, и чтобы на них было 3-4 почки, не менее. Посмотрел, нашел такую информацию, что именно так нужно делать. И еще, чтобы их заготовить, нужно взять, обрезать, обработать их слабым раствором марганцовки и убрать в холодное, невлажное помещение, то есть в погреб или куда-нибудь. И потом весной, когда я их достану, их нужно будет погрузить в воду с медом, и они якобы будут расти. Сейчас буду пробовать производить эту всю операцию, и потом уже расскажу, покажу. Это виноград зеленый, очень вкусный. Сейчас покажу, что у меня не только один куст винограда, там еще очень много, но там уже другие, там Изабелла и темные сорта винограда. И сейчас вот сосед, хороший человек, когда я снимаю видео, начинает пилить свои дрова. Вот тут еще виноград растет, вот шпалера сделана из металла. Если кому интересно, могу рассказать, как я ее делал, и плюсы, и минусы, и как я больше делать не буду, и буду переделывать, скорее всего, тоже могу рассказать, что лучше. Вот тут еще один виноград после обрезки, резал не я, тут немножко надо переделать, тут слишком много жердей выходит с корня. И сейчас еще покажу. Вот еще тут часть винограда растет. Привет соседу. Так. Вот. Но тут тоже резал не я. Обрезку делал не я. Вот такой вот результат пока. Вот так выглядит виноград после обрезки. Решил сделать вот так вот. В разные стороны натянул жерди. И в следующем году из них, получается, будут расти вверх уже дополнительные стебли, и из них уже будет виноград. Вот такой вот метод попробую и проверю в следующем году. Опа, вон карасики плавают. Плыл. Так, сегодня 1 октября. Карасик только что воздух глотает, надо воду менять, скорее всего, в этой бочке. Так, но это не суть. Далее, заготовил вот такие веточки. Заготовил вот такие стебли на следующий год. Брал не 3-4, как говорил, а взял побольше в некоторых местах. В некоторые 5-6. Вот эти зеленые, наверное, попробую просто в землю воткнуть. Что с ними будет, пока не знаю. Вот это тоже вот с листьями, тоже, наверное, попробую. А вот эти обработаю слабым раствором марганцовки, как уже говорил, и уберу их в подвал или в погреб.